Только самые быстрые ребята в мире успеют поставить лайк и написать комментарий за 3 секунды. Ребята, всем здорово, с вами по-прежнему Овер, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием SCP-002. В общем, ребят, это объект под названием морг. Но морг, друзья, это непростое. В этом морге оживают мертвецы, ребят, что-то такое. В общем, вам тематика в последнее время SCP безумно нравится. Мне тоже, я прям втянулся, ребят, и нашел вот такую прикольную игрушку. Давайте попробуем, ребят, посмотреть, что это за морг. Тем более, вот он, смотрите, сзади, да, на заднем плане как раз-таки есть вот эти отсеки, где находятся трупы, друзья. Ну что ж, за новую игрушку лайкусик, и давайте начнем. Смотрите, ребят, появляемся мы непосредственно уже в морге, что ли, или как? Что-то с нами такое произошло, возможно, мы с вами и есть объект SCP. Ладно, давайте посмотрим. Да, действительно, мы находимся непосредственно в морге, друзья. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут есть вообще, что тут можно делать, ребят. Так, у нас вот эта штучка, мы отсюда вылезли. О, мы можем залезть, ребят. Открывается у нас эта штука. Стоп, подождите. Я залез обратно в печку в какую-то. Что происходит, друзья? Я умер. Чё? Стоп, ребят, что-то я не совсем понял вообще, что нужно делать. Короче, мы появились с вами в печке. И потом я, получается, в нее также залез, ребят. Или что вообще? Что это было? Непонятно что-то. Погодите, ладно, хорошо. Опять мы появляемся. Короче, вот наш морг, да, вот это вот столик и все такое. Да, мы отсюда вылезли, ребят. А зачем я потом залез обратно-то? У нас накаляется, и там температура, по идее, сжигают просто тела. Все понятно, ребят. Хорошо, это я понял, что у нас вот это. А, у нас есть палочка, смотрите, можем ее вертеть, крутить и так далее. Находимся мы в одной просто комнате, друзья. Так, тут еще есть одна палка. Ну-ка, или что это? Да, у нас есть две палки, ребят. Это, конечно, круто, но что нам нужно вообще делать, ребят? Что это? О, выключатель. О, смотрите, у нас тут что-то подсвечивается, какие-то руки. Оксиджен танк, это походу этот, ребят, типа как пропан, баллон с газом, что-то такое. И здесь у нас какой-то след, ребят, подсвечивается от руки. Я не знаю, возможно, это какие-то подсказки или что-то такое. Нифига себе, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Офигеть, ребят! Вот, как я вам и говорил, то есть в этом объекте SCP вылазят трупы, я не знаю, потом встанет вот этот человек или что? Что вообще происходит, ребят? Ладно, у нас есть палка, ребят. Мы можем что-то этой палкой сделать. А, может, надо взорвать, ребят, вот эту штуку? А, погодите-ка, стоп. Если у нас есть палка, а оно... Вау, и здесь загорелось, друзья. А у нас палка сможет загореться от этой штуки? Ну-ка. А, не, ребят, нифига. Или вот здесь, давайте попробуем. Нет, я не... А, стоп, она уголька... А, она загорелась, ребят. По идее, мы можем попробовать реально взорвать вот этот вот баллон. Ну-ка, получится? Я не знаю просто, ребят, что вообще нужно делать в этой игрушке. Только-только открыл, ребят. Ну, посмотрим, ладно. Хорошо, больше у нас ничего нет. Не понял? Не понял! У нас все взорвалось, ребят. Жестко, слушайте, интересная игра. Но пока что непонятно вообще действительно, что делать, ребят, надо. Смотрите, у нас выезжает один человек. Мы с вами сначала, точнее так, по хронологии, мы выезжаем из этой штуки, да? У нас потом по хронологии выезжает еще один человечек и есть подсвеченные штуки, ребят. Тут вообще какая-то тоже труба подсвечивалась. Давайте посмотрим, ну-ка. Так, я включаю. Вот. Тут что-то тоже нужно сделать, потому что, смотрите, у нас тут дверь. У нас вот этот баллон, с ним точно что-то, ребят, с этим баллоном нужно сделать. Возможно, нужно взорвать его, ребят, и как-то остаться в живых, я не знаю. А, погодите-ка. Мне кажется, ребят, я начинаю догадываться, что нужно сделать. Если у нас подсвечивается труба, может быть, как-то трубу... А, во! Я ее подвинул. Стоп. Может, как-то еще подвинуть? У нас вода, ребят. Все. Стоп. Неправильно я сделал. Подождите, нам, короче, теперь нужно как-то поджечь палку, ребят. У нас, по идее, сейчас загорится вот это, да? О, а сейчас в мешке. Лол. По-разному как-то. В тот раз просто какая-то женщина выезжала, ребят, да, отсюда. А сейчас в мешке какой-то труп выехал. Нам, короче, как я понял, теперь нужно поджечь палку. Взорвать вот этот пропан. Пока он не взорвался, залезть, короче, обратно в камеру вот в эту.
Но нужно подождать, пока у нас загорится вот эта штука, потому что эту я уже раньше времени потушил, ребят. Ну, по идее. Как вам, логично? Как по мне, действительно логично это все звучит. Давайте попробуем зажечь палку. Я не знаю, получится это сделать или нет. Или надо было, ребята... А, нет, все получается. Получается зажигать ее. Так, давайте теперь кидаем вот так. Оп. Все, и побежали, ребят. Садимся теперь сюда. Залазь быстрее. Все, по кайфу. По идее, ребят, теперь у нас должен быть взрыв. Да, взрыв прогремел, и мы можем выйти. Я надеюсь, все правильно, ребят, опять же я делаю. Так, что происходит? Что? Что случилось? Взрыв, ребят, прогремел, все мы сделали правильно. И можем идти. И что, это выход? Или... Стоп, что произошло? Стоп, что это ползет, ребят? Что это ползет? Это отсюда вылезло чудовище, ребят. Вот это вот из морга восстало просто из мертвых. Вау! А мы можем как-нибудь палку опять взять? У нас есть еще какая-нибудь палка, ребят? Я хочу просто зажечь, посмотреть, светло будет или не будет. Офигеть! Ползет какое-то чудовище. У меня еще экран, ребят, что-то сминается. Да, посмотрите, реально. От взрыва его перекорёбило. Это тот челик, который лежал вон там, ребят. Так, блин, ничего не видно? Погодите, ребят. Во-во, видно хотя бы, ребят, хоть что-то. Так, ползет просто чудовище. Офигеть, бро! Тебе нормально? Что он делает? Куда он ползет, ребят? Максимально странная, ребят, игрушка. Просто максимально странная. Заползает, ребят. Непонятно вообще. Блин, нам нельзя поджечь больше, да? Ничего там? Стоп. А, это, ребят, еще не все. Закрылись двери, короче, и вот этот SCP-022, сам объект морг, и там такое ощущение, ребят, что как будто огонь. Как будто, знаете, камера такая, в которой сжигают людей, что-то типа такого, ребят. По-моему, да. Что нам нужно делать-то дальше? Там двери закрылись. Здесь у нас, ребят, мы можем залезть даже сюда. Мы можем залезть туда, где сидел он. Все норм? Я сдох. Я умер! Серьезно? Она же не горела, ребят. Каким образом я сдох? Что за прикол? Боже мой, ребят. Представляете, все заново, короче. Ё-моё. Ладно. Ну, просто мне стало интересно, что будет, если мы туда залезем. Просто, насколько я понял, ребят, игрушка не длинная, как мне кажется. Так, что нам нужно сделать? Я забыл. Ломаем здесь. Как я это сделал? А, просто дотронулся, да? Теперь мы ждем этого пацаненка, поджигаем палку, ребят, и все, и выбегаем, короче, на улицу. Походу, вот надо было в белый этот люк забежать, только вначале надо подождать, реально, там двери закрываются, такое ощущение, как будто там огонь, и сжигался вот этот труп. Кстати, он не выезжает, ребят. Я вас поздравляю, он не выезжает. А, мы можем залезть в каждую, и в каждой мы можем умереть. Все, короче, понятно, я больше этого делать не буду. Труп-то выйдет или нет, ребят? Стоп! С другой стороны теперь выехал? Серьезно? До этого, ребят, отсюда выезжал, теперь отсюда. Действительно странный морг, ребята, с оживлением трупов. Можем что-нибудь сделать ему? Ну-ка. Тоже, а теперь, видите, под белый просто не там был под черный, то выезжает обычный, то под просто не черный, то под белый. Нам нужно, чтобы какая-то из печей вот этих загорелась, ребят. Загорайся, пожалуйста. Кстати, ребята, а вот эти трупы, они еще, походу, не сгорают в этих печках. Мы-то сгораем, умираем, а они остаются, ребят. Так, ладно, все, я закинул. По фасту теперь вот сюда. Полезли. Надеюсь, ребят, все нормально будет. Просто если мы не успеем, будет взрыв, мы умрем. Ну-ка, ждем. Что происходит? Все почернело, друзья. Все, я вылез. А взрыв был-то или нет? Нет, взрыва не было. Быстрее берем. И еще туда. Во-во, сейчас будет взрыв. Поехали быстрее, друзья. Офигеть. Ну, слушайте, интересная игрушка про SCP. О, был взрыв. Все, по кайфу. Так, и что, мы выйдем отсюда, нет? Да, ребят, все нормально, короче. Все, мы появились. По кайфу. Теперь, короче, нужно ждать, ребят. Как я понял, если мы сейчас быстрее, тогда мне в тот раз повезло. Если мы сейчас сюда забежим, мы тут сгорим. Надо, короче, подождать, пока этот типочек... Кстати, где он? Во, он ползет, ребят. Во, давай, ползи. А мы можем его, ребят, это, поджечь? Можем! Или нет? Стоп, что-то меня бьет, друзья, непонятно. Ну-ка, подожжется?
Иди, братан. Он и так, ребят, горелый, вот. Не, походу, ему вообще пофиг, просто сквозь огонь. У нас что-то такое ощущение, что дамажит, какая-то контузия, может, у нас. Ладно, будем ждать, ребят, пока он, короче, забежит в эту комнату и сгорит. А потом уже пойдем сами туда. Что с палкой? Или что меня дамажит, ребят? Непонятное такое. Так, это мы ничего взять не можем. Я просто тут что-то двигается. О, можем типа... О, мы можем прям вот так расталкивать предметы. Слушайте, прикольно. Ну-ка, давайте туда палку закинем. Что будет? Ничего, короче, действительно заскриптовано. Сейчас он, короче, там сгорит в этой печке. Походу, вот этот братан наш, ребят. Оживший, так сказать, мертвец. Побежал туда. Все, по идее, сейчас закроется, и там реально как печка какая-то. Во-во. Да. Он сгорает, ребят, там. Он просто там сгорает внутри этого всего. По кайфу, друзья. Ну, в принципе, прикольно, но я думал, что будет пострашнее эта игра, потому что это как страшилка позиционируется, ребят. Но по факту как-то даже страшных моментов-то ни одного особо-то и не было. О, он сгорел. Да, ребят, он реально сгорел. Или это на палке он? Вот отсюда, наверное, огонь шел. Ну и все, и мы, походу, финишируем. Все. Вот так вот, ребят, дали какие-то ачивки японские там непонятные, все понятно. Ну что же, ребят, вот такая коротенькая игрушка про SCP. Пишите в комментариях, что мне еще, ребят, про SCP позаписывать и в каких играх вообще, пишите прямо в комментариях. Ну а на этом у меня все, с вами по-прежнему был Овер. Я надеюсь, вам игрушка понравилась, не забывайте подписываться на канал, оставлять положительный комментарий, ставить большие пальцы вверх. Ну а на этом у меня все, в описании будут ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, обязательно туда подпишитесь. Я желаю всем всего-всего самого наилучшего, всем удачи и пока-пока!